Вітаю в студії телеканалу «Рудана». Я Антон Глущенко, це програма «10 хвилин». Коронавірус – не єдина загроза для легень. Кривий Ріг – місто з проблемною екологією, тому захворювання дихальної системи для криворіжців всесезонні. Гостя нашої студії – Наталія Більова, пульмонолог, завідуча пульмонологічним відділенням 2-ї міськлікарні. Розкаже, як зберегти своє здоров'я. Вітаю, пані Наталія. Да. Добрий день. І перше питання дуже актуальне. До речі, скажіть, будь ласка, коронавірус і легені. Що треба знати криворіжцям? От уже більше 2 місяців ми живемо в умовах пандемії коронавірусу. З кожним годом, з кожним днем, согласно статистиці, все більше людей виздоравливає благополучно від COVID-19. Но я хотіла б обратить внимание, розібратися з таким вопросом, що значить «виздоровел від COVID-19». З точки зрения інфекціоніста, 2 последовательных ПЦР-теста отрицательных, і з інфекційної точки зрения человек считается выздоровевшим от COVID-19. То есть вируса в организме человека нет, он не является заразным, и, собственно, инфекционного заболевания у него нет. И те люди, которые перенесли COVID-19 в бессимптомной форме, то есть у него не было никаких симптомов, он просто являлся носителем, и его выявили как контактного с человеком, который заболел COVID-ом. Люди, которые перенесли COVID-19 с небольшими симптомами, которые не привели к госпитализации, и их ничего, по сути дела, не беспокоит, через 2-3 недели ПЦР отрицательный, они считаются абсолютно здоровыми. Но те люди, которые перенесли COVID-19 в средней степени тяжести, а особенно в тяжелой степени тяжести, ПЦР отрицательный не может говорить о том, что они выздоровели, потому что тяжесть заболевания COVID-19, она обусловлена поражением легких. То есть вирус, как наследок, да, осложнение COVID-19, сама по себе вирусная инфекция, она прокладывает путь для бактерий, для грибковой флоры, поражает легкие, поражает сосудистую стенку. И все больше информации о том, что поражение легких носит именно сосудистый характер, развиваются микротромбозы в легких. Что бы это ни было, бактериальная флора, грибковая, сосудистая патология, поражаются легкие, и как исход легочной фиброз. Что то за есть такая? Через 2-3 недели, когда ПЦР отрицательная, но легкие восстановиться за 2-3 недели не могут, это развивается в легких соединительная ткань. И человека продолжает беспокоить больше всего одышка, потому что легкая не пропускает кислород. Поэтому люди и являются кислородозависимые. Ну, в зависимости от тяжести заболевания. Кому-то надо кислород, кому-то не надо кислород. А некоторым людям он нужен будет 2-3 недели, месяц, 2, и ведет к инвалидности это заболевание. Поэтому вот именно на вот в этом аспекте COVID-19 я и хотела остановиться, потому что, выписавшись из инфекционного отделения, люди не знают, куда им идти. А легочной фиброз, чем раньше начать его лечить, тем меньше последствий, возможно, это заболевание не приведет к инвалидизации. То есть возможность вылечить больного окончательно и сказать, что вы выздоровели, ну, вероятность очень большая. Никто в мире еще не знает, чем аукнется COVID. Это еще вот 2 месяца, да, вот даже в Китае они уже сколько времени прошло, 4 месяца, и то они еще не понимают последствий COVID-а. Поэтому и мы еще не понимаем, что нас ждет впереди. Может, это будет и кардиосклероз, может, какие-то будут изменения в печени. Но то, что мы видим на данном этапе, почему эти больные тяжелые? Потому что идет в первую очередь поражение легочной ткани. Больным не хватает кислорода. Легкое не обеспечивает организм кислородом. Они нуждаются в кислородотерапии. Соответственно, поражаются легкие, и это тянется, ну, довольно длительное время. Поражение легких невозможно вылечить за 2-3 недели. Поэтому эти люди нуждаются в дальнейшем лечении, естественно, уже не в инфекционной больнице, а где? Вот как бы у нас в городе есть пульмонологическое отделение. Мы согласны брать этих больных,
для дальнейшего дообследования. Не всем таким больным надо будет дальнейшее лечение. Но во всяком случае, если у них сохраняются симптомы, как то одышка, самый главный симптом – одышка, кашель. То есть с этим надо разобраться, в чем там проблема. Бактериальная флора, грибковая флора, фиброз уже образовался. Ну, то есть это не задача инфекционной больницы. Их задача вылечить острое заболевание, вирусное, коронавирусная инфекция. А дальше уже мы согласны брать этих больных и ими заниматься, обследовать, назначить адекватное лечение и в дальнейшем наблюдать, потому что такие больные требуются в наблюдении 2, и 3, и 6, кому-то и год. И тогда мы будем понимать исход этого заболевания. Скажіть, будь ласка, чи є вже алгоритм лікування фіброзу або наслідків коронавірусу? Алгоритм лечения вообще легочного фиброза, он есть, он был всегда, и как бы с вирусной инфекцией мы сталкиваемся круглый год, и уже как бы не один год, это не новое заболевание, просто вот сейчас, вот в данный момент у нас COVID-19. Но это ничем, вирусная инфекция, поражение легких в любой вирусной инфекции, того же гриппа, исход одинаковый. Поэтому как бы лечение, стандарты лечения и обследования легочного фиброза есть. А вот как повлиял COVID-19, это модифицированный коронавирус, поэтому ну вот он, многие говорят, что ассоциированный с вирусом иммунодефицита, ну, поэтому мы до конца, никто в мире пока не понимает процессов развития этого заболевания. Вернется он, не вернется, люди считаются выздоровевшими, или может быть рецидив заболевания. Ну, на данный момент пока конкретной информации об этом нет. То есть проблема в том, что немає досліджень, люди не знают. Да, все на уровне исследований находится. Поэтому с каждым мы в своей среде медики обмениваемся информацией. И на международном уровне сейчас проходит очень много вебинаров, и где как появляется новая информация, все это быстро обрабатывается, в отличие, как если раньше эти протоколы составлялись годами. Да, то сейчас это вот мы видим, даже COVID-19 у нас уже 3 протокола лечения. Потому что появляются все новые и новые данные. Заболевание все-таки новое. И поэтому оно еще будет обновляться, информация. Но то, что мы видим на данном этапе, значит, ну, нужно принимать его во внимание, обследовать и не говорить больным, ну, что вы хотели, вы же перенесли COVID, ну, вы должны задыхаться. Ну, человек должен дышать нормально. И если мы можем ему помочь уже на данном этапе, что чем больше пройдет времени, тем тяжелее лечить этот фиброз. Тоді логічне питання, що робити людині? Вот я хотела и подчеркнуть, что человек, который выписался из инфекционной больницы, и ему сказали, вы здоров, но его продолжают беспокоить, у него сохраняются какие-то жалобы. Он должен обратиться к семейному врачу, предъявить свои жалобы, рассказать. А семейные врачи, если они видят, что действительно проблема с дыхательной системой, направить такого больного на консультацию к пульмонологу, и мы уже будем разбираться, нуждается он в госпитализации или его можно обследовать амбулаторно. А что можно сделать, чтобы попередить это? То есть фиброз, або какие-то ускладнения? Это обязательная картина? К сожалению, попередить никак нельзя. Потому что течение COVID-19 от абсолютно бессимптомного носительства до крайне тяжелой патологии. И предсказать, предугадать, даже вот наши хронические больные с ХОЗЛ, с бронхиальной астмой, то сейчас, согласно вот статистическим данным и Италии, и Испании, и Китая, больные с ХОЗЛ, имеющие большие проблемы с легкими, менее подвержены развитию COVID-19. С чем это может быть повязано? Ну, многие специалисты склонны считать тот фактор, что эти больные принимают ингаляционные препараты, как бы они, которые снимают воспалительный процесс и
как бы вот приверженность к развитию COVID-19 меньше, чем у ранее здоровых людей. Ну, так ли это на самом деле, сложно сказать. Ну, такая, тем не менее, да, курильщики болеют COVID-19 меньше, чем не курильщики. Но я не призываю к тому, что давайте все начнем курить, и мы меньше будем болеть COVID-19. Ну, это, конечно, не так. Поэтому предсказать, даже люди, которые переносят COVID-19 в легкой степени, не факт, что через 2-3 дня пойдет поражение легких, ну, процесс будет развиваться дальше и разовьются какие-то осложнения. Все это зависит от иммунной системы человека. Если вирус попадает, ну, любой вирус к нам попадает постоянно. Мы живем в эпидемии туберкулеза. Туберкулезные клетки ко всем, как бы мы ни защищались, конечно, надо мыть руки, соблюдать все условия гигиены и меньше попадания этих всяких патогенных факторов. Но, тем не менее, у нас иммунная система у каждого человека работает так, что, попадая эти патогены в организм, вырабатывают иммунитет, иммунная система видит врага и благополучно с ним борется. Да? Но мы не знаем, когда произойдет прорыв этой иммунной системы и заболевания, то есть патоген победит наш организм, нашу иммунную систему, и разовьются осложнения. Поэтому как-то предупредить поражение легких, ну, просто невозможно. Тобто основна рекомендація – це своєчасно звернутися до лікаря. Да. Если появились симптомы, нужно обратиться к врачу, обследоваться. Это касается и ковида, и не ковида, и любого другого заболевания. Дякуємо вам за бесіду. В гостях у нас була Наталія Більова, пульмонолог, завідуюча пульмонологічним відділенням 2-ї міськлікарні. У студії працював Антон Глущенко. Бажаємо глядачам міцного здоров'я і гарного настрою. Побачимось.